Ямал формирует консолидированную позицию по концепции государственной семейной политики. Документ обсудили депутаты ЗАГС Собрания округа. По мнению участников заседания, представленная на обсуждение концепция является своевременной и очень актуальной для страны. По сравнению с теми документами, которые выходили ранее и носили явно ювенальный оттенок, этот документ отличается яркими положительными моментами. В нем четко обозначено, что к традиционным семейным ценностям относится исключительно союз мужчины и женщины. Таким образом, исключаются все обсуждения, связанные с возможностью заключения однополых браков. Отметила заместитель губернатора автономного округа Татьяна Бучкова.